Всем привет! Сегодня третий день, копаем картошку. У нас здесь на огороде осталось 4 рода. Сорт Гала. Муж подпахивает роды мотоблоком. Ну, а я буду собирать. Продолжаем копать картошку. Сегодня уже третий день. 4 мешка уже выкопали. Там в конце копает муж. Такая картошка у нас. Сегодня третий день. Остался у нас один рядочек. Сейчас почти 7 часов вечера. Будем заканчивать вот этот рядок. И все. Еще остался один рядок. Нам на завтра останется. Ну, а мы все копаем картошку. Вот такая картошка. Сорт Гала. У нас уже заходит солнце. Сейчас ровно 7 часов вечера. Такое небо. Там муж копает. Нам нужно докопать сегодня этот рядок. Еще один ряд останется нам на завтра. Сегодня мы не успеем. Ну что ж, докопали мы картошку. Остался у нас на завтра один ряд. Мы не успели. Село солнце. Оставляем его на завтра. Сейчас покажу, что мы накопали. Здесь один полный мешок и один неполный. Здесь два мешка. Также не очень полные, но два мешка, какие есть. Ну и здесь тоже два мешка. Один полный, один немножко недосыпали. Но в итоге мы накопали, если все мешки сыпать и сделать их полными, накопали сегодня 5 мешков из 3 рядов. Один рядочек у нас остался. Муж завел мотоблок. Мотоблок сейчас будет завозить под навес. Ну, а мешки будет завозить в сарай тачкой. Ну, еще что хотела сказать. Картошку на поле, на огороде мы всегда собираем всю вместе. Здесь картошка и семенная, и крупная, и мелкая, всякая. Мы ее собираем сразу в мешки. Вот так. Далее прямо в мешках мы ее заносим в сарай, и в сарае она у нас стоит 2 недели. За это время, если попадается какая-то гнилая картошка, она сгнивает у нас прямо в мешках. Ну и мы потом ее перебираем и заносим крупную отдельно в засек, в кладовку, семенную отдельно. Ну а мелочь оставляем в мешках поросятам. И почему мы так делаем? Если мы будем собирать всю картошку по отдельности, сразу на огороде, в разные ведра, крупная отдельно, средняя отдельно, мелкая там или какая всякая семенная отдельно, так как она в песке вся, ее прямо на огороде не заметишь, какая она. Она может попадаться и тресканная, и резаная, и подгнившая. Вы посмотрите, она вся в песке, как ее увидишь, какая она. Целая или не целая. Ну а пока в мешках она стоит, она у нас подсыхает. И когда начинаем перебирать, видно, какая она. Чистенькая, целенькая, с пятнышком, гнилая или тресканная. Вот такие дела. Я забираю бутылку, брали с собой воду. И иду домой. Сейчас 7:30 вечера, солнце уже село. Там кто-то косит картошку. Ну и мы идем домой. Муж сейчас будет завозить мешки тачкой. Ну что ж, сегодня 4-й день, как мы копаем картошку. У нас остался последний ряд. Сорт Гала. Копаем, копаем, 4-й день. Вот этот кусок все никак не докопаем. Но сегодня последний рядочек. Нам нужно его докопать. Вот такая картошка.
На ряду неплохая. Ну, как и вчера, и позавчера. Ну, конечно, это еще не вся картошка. Еще у нас остался вот этот загончик. Небольшой. Здесь мы садили нашу картошку, которую садим каждый год. И она у нас наросла горох. Копали на молодую. Поесть. В основном семена и горох. Но выкопать ее тоже надо. Все, села я на лавочку возле сарая. Докопали мы свою картошку. С одного ряда у нас получилось 2 мешка. Вот этот загон картошки мы копали 4 дня. 2 выходных и 2 дня после работы. Подготовил муж тачку. Будет возить мешки в сарай. Ну, а это наш помощник. Вот так развалился у мужа на руках. И лежит. Хвост поднял. Это наш Мурзик. Устал. 4 дня картошку копал. Вместе с нами. Ну и в итоге, что хочу сказать. Вот с этого участка мы собрали 23 мешка картошки. Вот такой кусочек. 5 суток здесь. Ну а наш помощник наработался и спит. Накопал картошки на всю зиму. И отдыхает. Заснул у мужа на руках. Развалился. Мурзик. Мурзик. Даже не слышит. О, глаза открыл. Уставший. Ну и хочу показать вам арбуз. Когда мы копали картошку, нас угостила соседка. Домашним арбузом с огорода. Мы его разрезали. Вот такой он внутри. Сейчас будем пробовать.